По традиции, самолет, прилетевший в новом направлении, встретили водной аркой. Пассажиры из Республики Беларусь полетом остались довольны. Например, Максим Кудамасов возвращался домой из путешествия. Поэтому открытию прямого рейса был очень рад. Лет понравился, очень комфортно. Летели чуть больше 2 часов. В принципе, все устроило. Кофе даже разносили. Самолеты из Ульяновска в столицу Беларуси будут летать раз в неделю по субботам. Из Ульяновска вылет в 19:50, а в 21:20 самолет уже приземлится в Минске. В обратном направлении самолет будет вылетать в 14:15. Время полета в оба направления чуть больше 2 часов. Я думаю, что со временем так называемая раскатка произойдет рейса, и многие жители Ульяновской области с удовольствием воспользуются услугой. Уже есть на несколько рейсов вперед продажи открыты. Вот. Где-то порядка 30 человек, даже чуть больше, вот уже на второй рейс. Самолет рассчитан на 100 пассажиров. Помимо комфортных условий и быстрого перелета, порадует пассажиров и цена. Ульяновская область субсидирует этот рейс для того, чтобы стоимость билетов была доступна для пассажиров. Вот сейчас стоимость билета 6600 рублей. Можно купить билет, улететь из Ульяновска в Минск. Это очень хорошая цена. Также из Ульяновска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды, Махачкалу. В настоящее время планируют открыть авиарейсы еще в одном направлении. Перелеты в Нижний Новгород. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.